А папа уехал? Нет, дорогой. Просто мы решили, что лучше жить по отдельности. Слава богу, ты его вышвырнула, неудачник. Это история Уолтера Блэка. Как видите, он в глубокой депрессии. Любящий семьянин и успешный бизнесмен – это больше не про него. Уолтер перепробовал все. Ничего не помогает. Что это? Новый мозг. Мама говорит, с твоей не все в порядке. Короче, Уолтер уже отчаялся прийти в себя. Однако скоро он найдет свое второе «я». Ты только посмотри на себя. Я болен. А поправиться не хочешь? А ты кто? Я бобер, Уолтер. Я могу спасти твою пропащую жизнь. Человек, который дал вам эту карточку, проходит курс коклотерапии, цель которой – помочь дистанцироваться от негативных аспектов его личности. Это такая шутка, да? Нет, сынок, это перезагрузка. С добрым утром. Уолтер только что уволился. И теперь ваш босс я. Забавно, правда? Знаешь, что это? Бобер? Это будущее. Игрушечный набор бобра-строителя идет просто на расхват. Я была очень терпеливой, но мне нужен ты, а не он. Уолтер – ничтожество. Забудь его. Хочу к папе. Я знаю, приятель. Когда я был маленьким, я хотел только одного – быть похожим на тебя. Потом я вырос и решил быть кем угодно, только не тобой. А теперь? Чего начнем? Начнем с хорошего.